Независимость, что страны Советского Союза обрели в начале 90-х, каждый понял по-своему. Кто-то с головой ударился в бизнес, другие понемногу теряли человеческий облик, третьи поверили, что все вопросы можно решить с позиции сил. Были еще одни, те, кто увидел схемы и посчитал, что богатство некогда одной большой страны можно обратить на собственное благо. Таких во многом активно поддерживали представители третьих сторон государств, наднациональных объединений, которым было очень невыгодно, чтобы независимый, суверенный Казахстан мог таковым быть. Страдали имущественные интересы государства. Это мы знаем, многие части, подразделения национальных компаний. Это были государственные активы в регионах, в центре. Это первый вариант, как сказать, не хищение, ну, экспроприация. Второй, это было, когда забирали компании, которые уже успешно встроились там в рынок. Мы помним, в 90-е годы это были какие-то сети ГСМ, это были заводы, там, спиртзаводы и так далее, и так далее. Это все было, честно говоря, уже достаточно активно про это писали, есть. И в-третьих, были госконтракты, господряды, которым просто не пускали никого, и распределяли в пользу определенного круга лиц. Но круг лиц, он очень широкий. Бенефициаров, честно говоря, рейдерства, хищения госсобственности или создания рынка там, где его не должно быть. Допустим, когда одну компанию делят на две, и там государственная остается, и она постоянно заказывает уже уставшей частной компании услуги, допустим, или товары. Чистое рейдерство в 90-х, 2000-х и в наши дни, когда люди в масках приходили на уже успешное предприятие и утюгами с паяльниками или схожими методами добивались переоформления компании, конечно, тоже имело место быть. Но в сравнении с масштабами незаконного отчуждения бывшей когда-то государственной собственности, и случаи, если считать деньгами, нанесенного ущерба ничтожны. Хотя каждый, безусловно, трагедия. И для отдельного бизнесмена, и для целой большой компании. У деда было крестьянское хозяйство, я по совместительству помогал ему. Все свое детство я провел рядом с ним, помогал ему с хозяйством, ну, всячески всегда подстраховывал его в силу его возраста. В школьные годы также у меня был мой близкий друг, с которым мы очень тесно общались. Я его взял на работу, а друг предложил мне расшириться и сказал, что у него есть старые знакомые, которые могут инвестировать в данное ТО. Я ни о чем не думаю, согласился с другом. В последующем инвесторы начали вкладывать денежные средства в наше ТО. Видят, что мы зарабатываем здесь у себя в области очень хорошие деньги, они получают от этого дивиденды. Через какое-то время они приезжают и просят у нас получается долю в пятикратном размере. На что я согласился. После того, как я с ними рассчитался, спустя, наверное, год-два, они снова приехали, требовали у меня уже данное ТО, уже не доли, а чтобы я вышел из этого ТО и оставил его им. Так как якобы с их слов денежные средства, которые они вложили, только благодаря этим денежным средствам, данное ТО сейчас находится в таком положении. На что я отказался, конечно же. Через какое-то время они начали мне угрожать, начали приезжать, говорить, что мы знаем, там, где живет твоя семья, мы знаем, где твоя жена работает, мы знаем, где учатся твои дети и так далее. На что я, как бы, в любом случае я им отказывал. Это длилось на протяжении, наверное, полугода. После чего они уже начали использовать свои ресурсы. Они начали использовать свои ресурсы и с помощью местных исполнительных властей, там, каких-то авторитетных лиц в области начали меня запугивать. Я, конечно же, опасаюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких, родных. Я согласился. Я согласился отдать свою долю.
Но все же гораздо активнее пилили, что называется, госимущество. Воровали в те годы, не скромничая, целыми предприятиями. Огромные производственные площади сдавались на металлолом. На месте бывших цехов устраивались базары, другие промпредприятия разбирали на стройматериалы. И все это с молчаливого согласия государства. Хотя время было такое. Конечно, отчуждение госсобственности, незаконная приватизация. Но тут сложно говорить. Это мы сейчас с позиции 2024 года говорим незаконная приватизация. А тогда все красиво. На тот момент эти все законы были... эта процедура соответствует законодательству того периода. В годы становления независимости определенный круг лиц во властных структурах или имеющие влияние на власть лоббировали принятие выгодных решений и актов. К примеру, отчуждение им активов производственных мощностей создавали себе благоприятные неконкурентные условия ведения бизнеса и получения доходов. Все это было в те годы, и в основном это было не видно невооруженным взглядом. Такие решения и акты принимались, как правило, быстро и без каких-либо проблем, что, в принципе, было невозможно без подключения властных ресурсов. Это сегодня уже понятно, что к распилу по-настоящему крупных активов отношение имел определенный круг лиц, что называется, вхожих. Железная дорога, крупные добывающие структуры. Уже в годы независимости отдельные все те же вхожие придумывали новые схемы относительно честного отъема денег. При этом вкладываться в развитие особенно никто не старался. Один из примеров того, что наделали такие горе-хозяйственники – Алматинский завод тяжелого машиностроения. Предприятие, которое когда-то знали во всем мире, довели, можно сказать, буквально до ручки. Алматинский завод тяжелого машиностроения является международно признанным старейшим машиностроительным предприятием в СНГ. В конце 2022 года по коллективному обращению сотрудников завода проведена проверка. Установлено, что в 1998 году проведена продажа государственного пакета акций завода. Одним из условий приватизации было сохранение профиля деятельности, объемов производства, выполнение стандартов технологической и экологической безопасности. Покупателями условия приватизации не выполнены. Имущественный комплекс раздроблен на части, земля, помещения были проданы аффилированным лицам, в три раза сокращено количество рабочих мест. По протесту Генеральной прокуратуры Верховным судом отменены судебные акты по спору о приватизации АЗТМ, ранее вынесены в пользу компании, аффилированной с субъектами олигополии. Акции возвращены государству. Фактически завод не функционировал по своим мощностям, то есть с учетом того, что имущество находится в частной собственности, соответственно, имеются большие риски того, что завод в любой момент перестанет функционировать. Вот на этом месте когда-то, вот где жилой комплекс сейчас, как и должен был быть транспортный цех Алматинского завода, то есть вся вот эта вот территория, вот это вот расстояние, вот, которое мы сейчас пройдем, это только, это лишь малая часть. Вот это вот, собственно, Алматинский завод тяжелого машиностроения изнутри. Алматинский завод тяжелого машиностроения, вернее, то, что от него осталось. Ну, мало-помалу производство есть какое-никакое, заказами предприятие обеспечено, правда, вот рассказывать об этом нам особо не горят желания. Какой-то профиль сохранить, насколько мы это понимаем из того, что видим, сохранить удалось, но все могло бы быть гораздо лучше и гораздо эффективнее, современнее, что называется, с еще более высокой добавленной стоимостью. Когда-то завод славился
продукцию отгружали в том числе и за рубеж. Сегодня, насколько мы опять же слышали, насколько мы об этом можем судить, на заводе не хватает рабочей силы. В инвестициях производства вот эта вот вывеска, она ярче всего говорит, судя по всему, еще с советских времен осталось. Ну а рабочие рассказывают о том, каково было работать на предприятии. В 2020 году 50% доли участия Атрауского нефтеперерабатывающего завода в основном капитале парка хранения сжиженного нефтяного газа реализовано в пользу компании, связанной с субъектом олигополии. При реализации не было учтено, что завод обеспечивает потребность в сжиженном нефтяном газе на западе страны, а единственным предприятием, занимающимся его хранением и наливом, является парк. При этом проверкой прокуратуры Атрауской области установлено, что компанией нарушены договорные обязательства. Мерами прокуратуры в судебном порядке актив стоимостью 5,7 миллиардов тенге возвращен в собственность государства в лице Атрауского нефтеперерабатывающего завода. В центре города Алматы находится земельный участок бывшего военного госпиталя площадью 3,8 гектаров, ранее принадлежащий Министерству обороны. В 2014 году земельный участок передан строительной компании, связанной с субъектом олигополия. Установлено, что участок использовался с нарушениями законодательства. В связи с чем военной прокуратурой подан иск о изъятии земельного участка, который был удовлетворен судом. В настоящее время участок возвращен в собственность государства. На этом месте планируется строительство парка для нужд города. Бизнесмены не чурались ничем, под себя забирали все, что могло приносить хотя бы какой-то доход, например, базары, а после устанавливали там свои правила, к примеру, не пускали туда производителя. И все усилия государства по снижению цен сводились на них. Алматинская оптовка в обиходе, так называется этот рынок, еще один объект, который был возвращен в коммунальную собственность, который был с нарушениями закона по заниженной стоимости передан частные руки. Вот сегодня работа активно проводится. Результатом этой работы станет и снижение цен на рынке, и выпуск на рынок, ну, непосредственно производителя. Сейчас чаще продавцы занимаются купли-продажи, ну, грубо говоря, перекупают произведенную казахстанскими фермерами продукцию, добавляют маржу и продают это с определенной наценкой. Ну, получается так, возвращена доля, часть рынка. Сейчас идет процесс именно передачи данного рынка, где при получении которого нами будут установлены требования в части обеспечения стабильных цен. Это в первую очередь обеспечение местами именно в первую очередь производителей, поставщиков именно с регионов, которые будут напрямую производить свою продукцию и продавать по низким ценам, соответственно, без посредников, без дистрибьюторов. Второе, это, конечно же, контроль именно ценообразования на внутри самого рынка, где будет обеспечена в первую очередь контрактация вот с теми же вот производителями, которые будут напрямую поставлять. Таких АЗТМ, оптовок и же с ними в стране предостаточно. Все они когда-то с нарушениями закона перешли к частникам. Те в развитие не вкладывали, выжимали из предприятий по максимуму, доводили их до ручки, а прибыль тратили в свое удовольствие. В следующих выпусках мы расскажем, на что тратили дурные деньги чудесным образом обогатившиеся новориши. Покажем и ту непростую работу, которую предстоит провести, чтобы объекты ненужной роскоши теперь служили на пользу каждого из нас. Ведь большие деньги, как выясняется, не гарантируют ни приобретения хорошего вкуса, ни большого ума.